Добрый день, друзья, вот все подписчики канала, Агра Земледелия, с вами, друзья. Ну вот у нас идет дождь, я сегодня с утра снимал видео, до сих пор он идет. Сыро, мерзко, с крыши капает. Ну и что, работаем в мастерской. Значит, что делаю, докладываю. Проточил два болта, а таких шляпку проточил. Значит, выточил поддержатели на 45. Лерка держатели под 45. Значит, сейчас сделаем. Нет у меня. Эксцентрик точил на картофелекопалку. Вот этот шпоночный паз я нарезал гравером. Вот этим вот. Гравюром нарезал, но я не снимал. Значит, друзья, сейчас хочу. Есть у меня такая фреза. Восемь миллиметров. Сейчас хочу свой сверлильный станок. Вот этот болты выточил для этого. Вот оно вставляется. Сейчас хочу закрепить сюда тиски, поставить фрезу в эту патрон, значит, ограничитель хода, скажем так, шпинделя сделал, вот затянул, зафиксировал, все, ну это от руки ключиком подтянул, все, он не ходит. Значит, это сверлильный станок буду использовать в качестве фрезерного. Хочу попробовать. Вчера пришли мне вот такие коррекционные тиски. Прекраснейшие тиски. Хочу попробовать. С лимбами он совсем. Ход, я не знаю, сколько тут. Ну, надо смотреть. Ну, 10 сюда, 10 сюда, это 100% есть. Вот я хочу закрепить этот вал. И с помощью от этих тисочков пройти, профрезеровать. Не знаю, получится нет, но я сейчас буду пытаться. Что получится, вам покажу. Да, и еще... Еще забыл одни детали показать. Проточил клапана на токарке. Хочу сделать для жестянки типа гильотины, ножницы автоматические. Принцип такой. Вот так будет крутиться. Здесь вот пружиночка. В принципе, все есть. Осталось только сварить станину и все выставить. Ну, пока дождь идет, занимаемся. Сено успел перевести. Очень рад. Но вот с подсолнухом не успел прогрести. В общем, работаем, друзья. Так, друзья, ну а покуда я своими делами занимаюсь, токарными, готовлю фрезер, так скажем, самодельный. Дмитрий Александрович все с коптилкой воюет. Что там, много еще осталось, Димон? Дофига, да? Ну, дымогенератор, что, покажем? Покажем. Друзья, дымогенератор готов. Вот такая у нас бодяга. Дымогенератор. Ну, там, я не знаю, что там внутри. Я его не делал. Но смотрится красиво. Не знаю, для чего. Это... Инженер Дмитрий Александрович. И это его творение рук дела, скажем так. У меня сейчас шайбы поточил, чтобы зажать. Толстые шайбы сделал. О, а что-то она сюда не идет. Еще сейчас посмотрим, почему так. Крайняя 24. Здесь, наверное, 22. Да не, пойдет.
Сейчас мы зажмем, ставим фрезу и попробуем пройтись. В общем, такие дела. Так, ну что, друзья, закрепил фрезу, закрепил тиски. Вроде все мертво. Поставил обороты где-то в районе 1000. Сейчас будем маслица в качестве охлаждающей жидкости и пройдем. Здесь глубоко, здесь нет. Попробуем выровнять. Сейчас покурим и будем все снимать. Так, друзья, ну вроде настроил. Сейчас попробовал, он черхает. Сейчас первый проход делаем с вами. Поехали! Маслица для смазки и погнали. Неудобно. Одной рукой. Жить получается. Может, обороты надо добавить. Сейчас мы выключим, посмотрим. Вон глубину режем. Я не знаю сколько. Ну, сейчас мы обороты добавим. Мне кажется, обороты маленькие. Сейчас я ремень перекину сюда. Ну все, вам покажу. Так, друзья, ну вот такие обороты. Это примерно где-то 1400. Сейчас мы маслица и поехали. Потихонечку. Коммунар 2М112. Жесткости ему тут хватает. Когда я нарезал гравером, плоскость ровную под шконку я не мог сделать. Нарезал, друзья, отрезными дисками маленькими, 4 штуки вместе скручивал и выбирал вот это. Китайское чудо, ну, режет. По крайней мере, пока справляется со своей задачей. Подаем потихонечку.
нарезала много. Кипит. Наверное, надо в качестве охлаждения водичку. Сейчас мы вам чистоту прохода покажем. Ступенечку я сейчас вычищу. И покажу вам, сколько мы за раз снимаем. Я, мне кажется, довольно-таки много. Сейчас я свет включу. Вот ступенька идет. Больше миллиметра снимаем. Ну, сейчас водичку возьмем, друзья, в качестве охлаждающей жидкости. И будем водичкой поливать. Ну, что, друзья, поливаем с водичкой. Покажу чистоту обработки. Так, друзья, ну вот, за один проход сняли. Гляньте, сколько толщина. Ну, больше миллиметра, миллиметра два точно. Так, в чем минус, сразу скажу. Видите как, начало это, а дальше углубление идет. Ну, я не по горизонту выставил, надо было по горизонту выставить, но это мой косяк. Так, и заметьте, частота обработки. Как помните, начинали на масле это в качестве смазывающей, охлаждающей жидкости. И потом водичкой. В общем, гляньте, как красота получилась. В общем, как-то так. То есть, нужен опыт, и мы его, скажем так, получим. Ну, первый блин комом, просто горизонт неправильно выставил. Ну, сейчас на будущее будем по линеечке выставлять. Это пробный этап. Все, друзья, на этом всем пока. Пишите комментарии, ваше мнение, может, какие подсказки. Я буду рад всему. Все, всем пока, друзья.